Идем 1-0. Работает, работает. Все, доключи я, это самое. Я понял, ну отнесите как-нибудь.
Даже прямой. Один пока. Все, мне минус один будет. Как так? Спортшколу. Не понял решение судьи. Я тоже. Женя, давай в другую сторону теперь. Thank you.
Какие у нас нельзя, какие у нас есть. Чего ты падаешь? Говорит, у меня так не будет здесь, здесь не надо. Здесь надо. Это ж мы выбрасываем. Ну, в свою зону, когда мы выбрасываем. Не, когда удаляют, может, не посчитали просто за это самое. Ну, вот это вот, синий член, это Степа. Ну, это я уже даже смотрел. Ну, так. Коньки наяривают. Зачем? Пускай отрабатывает. Должен забить. Повезло, крышка какая-то, да.
Внизу. Запорол. Воскресенье, если мы выживем сегодня, воскресенье, мы должны обратно дойти. Ну, что не выживем? Встречай. Молодец. Сделать с нашей защитой. Нет, так ничего сыграли. Молодец! Виталя, молодец! Жалко, тогда Жек бы убежал бы. Да, ладно, будет еще.
сделал, как бы. Все, забивай, ложи вниз. Да он уже все, главное, проскочил, как бы хорошо. Встречай, малыша.
плюс-минус. Ну понятно. Ну уже помню. Не только что мы ошибаемся, но должны они. Ну да. Если бы не видно было, мне кажется, он бы поинтереснее был. Да, Саш, понятно, но... Дай бог. Видишь, в Риге дали играть. Да, в Риге дали, ну что, всю игру. Абрамова я даже не понял. Так, а какой счет получается? 3-2. 3-2. Вроде, если я так не ошибаюсь. Ну что, было один. Или 3-2, или 4. Ну что такое, там 3-2. Это грязная команда, это Кристалл был. Наших цепляет он. Чё там недоволен тоже? Вставай, блин.
Ну там что-то кто-то недовольный был, тему разозлить надо. Не, ну он что-то ему высказывал еще. Да? Я все хочу только включить, не знаю. Ну, что бывает, кем-нибудь тут что-то криком. Ну, мат там, ладно. Ну ладно, уже настроимся на Абрамова. Thank you.
Андрей, а ты там останавливаешь, нет? Андрей, что, останавливаешь? Нет, я тут все уже. Ну, когда вот это так все не едем, да? Да, да. Блин, отдельно. Четыре, два.
случайно добавляю. Надо было уходить. Yeah!
же одна уже. Одна, ну, давай. Тём, ну считать научись до шести. Блин. Ну и что, ну а что теперь? Твое дело уйти, как бы, все. Атака, понятно, что? Шестером лучше отбиваться. Воротать-то не знал. Да, о, блин. Жека, в пустые ворота, блин, давай. Это пустые. Ну да. Попал бы, Степа, долго-долго.